Техника для торфодобывающей отрасли. Повышенная проходимость погрузчика торфа «Амкадор 342Р» грузоподъемностью 3 тонны по болотистой местности обеспечивается арочными шинами 6643200R25 модель SB1 с шириной протектора 1092 мм. Машина оборудована пневмосистемой с двумя ресиверами, что позволяет по мере загрязненности производить продувку радиатора, очистку фильтров и подкачку шин. Предприятие выпускает две модификации погрузчика торфа. «Амкадор 342Р», который грузит торф в вагоны узкой колеи и транспортные средства с высотой борта 3,4 метра за счет удлиненной стрелы и ковша объемом 4,2 кубических метра. Погрузчик торфа «Амкадор 342Р01» предназначен для погрузки торфа в железнодорожные вагоны и автопоезда с наращенными бортами высотой до 4 метров, у которого высоту разгрузки 4,4 метра обеспечивает специальный ковш с принудительной разгрузкой объемом 4,2 кубических метра. Применение торфопогрузчика позволяет уменьшить время подготовки к работе, повысить производительность. В неинтенсивном режиме работы он способен погрузить до 1800 кубических метров в смену. Погрузку торфа производить с наименьшими потерями, так как не требуется подбор торфа после погрузки, планировки площадки, очистки путей узкой колеи. Повышенная в 20-30 раз маневренность позволяет погрузчику в течение рабочей смены производить погрузку торфа из разных штабелей на разных площадках, заменяя 2-3 крана. Снизить затраты при проведении ТО и мелкого ремонта. Штабилирующая машина «Амкадор-30» представляет собой самоходную машину с гидростатической трансмиссией на гусеничном ходу. Рабочим органом штабилирующей машины является скребковая самотаска, которая выполнена в виде стрелы, на которой смонтирован цепной конвейер со скребками. При перевозке на дальние расстояния машина демонтируется на отдельные сборочные единицы – шасси, рабочий орган и противовес. Рабочий процесс штабилирования осуществляется постоянно при прямом и обратном движении машины вдоль штабеля. Управление осуществляется с помощью одного джойстика. «Амкадор-30» укомплектован новой кабиной с кондиционером, а за счет большей площади остекления улучшена обзорность рабочего органа. ЗАО «Амкадор Пинск» освоило производство полувагонов для перевозки торфа, а 4210 грузоподъемностью 12,8 тонны и объемом кузова 30 кубических метров, предназначен для перевозки торфа по железным дорогам колеи 750 мм. Фрезерный барабан АТФ-10, ширина захвата 9,8 метра, скорость 5,8 км в час, глубина фрезерования 5,20 мм. Машина для уборки фрезерного торфа АТУ-20, вместимость бункера 20 кубических метров.